Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. У нас турнир закончился, забираем свои призы. А это у нас сюрикены, карайка, осколки и платиновые осколки, 75 штук. Так, задания у нас еще не откатились. Так, здесь мы забираем с тобой бесплатно пак. Ну что, и смотрим, что у нас на этой неделе будет разыгрываться. Так, Рахзар. Ну, тут, друзья, скажу вам следующее. Если у кого нету хорошего танка, провокатора, то, наверное, есть возможности, или, как тебе сказать, даже не возможности, а есть смысл открыть Рахзара. Как по мне, Рахзар только в самом-самом начале был для меня существенным. Потом он сдулся. Сдулся, потому что, ребята, он не держит, как подобающий, наверное, делать это танку хорошую, ну, он не дает нам хорошую очень защиту. И у него очень мало ударов. У него только выпускает когти и размах, как у прыгуна. И все, ребята. Так что тут на любителя уже. Так, а по испытаниям у нас сила природы и сцены насилия. Сцены насилия, судя по всему, даже трогать не будем. А силы природы тоже трогать не будем. Все это у нас есть, ребята. И вот то, что на этой неделе Усаги, а если у кого нет Усаги, то, ребята, естественно, тоже я вам рекомендую его фармить и, соответственно, открывать. Ну что, сколько у нас вообще осколков, интересно, платиновых? Можно мне посмотреть? В плане уже 435 осколков? Вы серьезно? Нифига себе, я даже... Я и забыл, ребята. Так, кого же я... Кого же я хотел прокачать в... А, ну конечно, да-да-да-да-да, ребят. В платиновый ранг у меня идет Крэнк. Так, а у меня хватит? А у меня мутагена не хватает. Ну, что же. Тут сам Бог велел, естественно, отправиться на турнир. Друзья мои, сегодня буст. Сегодня будем буститься. Так что погнали. Жит. В самый-самый хвост летим. И начинаем. Начинается наше шоу, так скажем. Угу. Так, давай, саблезуб, на тебе сразу минус кабанчик. Ты дичь. Все. Легко и просто, как дуновение ветерка. Прошли даже это. Даже не вспотели. Ну что, двигаемся тогда дальше. Сразу переходим на воин 2 звезды. Отлично. Здесь, а давайте-ка мне 11-12. Чего вы там 11-11-то мне подсовываете? Давайте, давайте, не жмитесь. Слушай, что-то не дают. Эй! Я не понял, где буст? Вот, другое дело, а то начинает мне тут, понимаешь ли, 11-11 и не подсовывает. Как будто я не знаю, что должно быть. Так, значит, это Донни и морозилка. Минус. Давай, Дони, жги. Молодец, красавчик. Донателло это тоже хорош, да, ребята? Он и хиллер, у него есть массовая атака. У него есть и защита, кстати. Такой довольно универсальный баффер. Ну, а мы с тобой на воин 3 звезды уже перешли. Так, 11-12 уже дают. А мне нужно, по идее, тогда получать 12-13, судя по всему. Но, как ты видишь, что-то они не хотят мне давать 12-13. Есть. 12-13 это хорошо, ребят. Раз, два, три, четыре. Погнали. Ну, сегодня Крэнк у нас перейдет в платиновый ранг. Вот это замечательно. Что-то так быстро пролетело, ребят. То осколки мы обычно копим очень долго. А тут я даже не успел глаза моргнуть, как уже накопили. И вы, главное, ничего не сказали мне, что у тебя, Рэй, уже 400 осколков будет на этой неделе. Я как бы без задней мысли даже ничего не планировал. Ну что же. Это приятный такой сюрпризик. Крэнк сегодня будет в платиновом ранге. Замечательно. Так, ну что, мы перейдем. Да, мы переходим в элиту. 79, ровно 100 ступенек пролетели. Так, 12-13 это уже было. Мне, наверное, надо попытаться получить 12, наверное, 13-14 или как там.
12, во. 12-14. Так, продолжаем буст. Раз, два, три, четыре. Погнали. Команда неплохая. Кужеголовый здесь у нас есть. Массовик затейник, да, в принципе. Кто еще? Ну давай, Маузер. Интересно, пробьют или нет? Ну, этот Крип только остался в живых. А так, в принципе, они всех ушатали. Замечательно. Так, двигаемся, значит, дальше. 79-й позиции мы переходим на 97-ю и, соответственно, в следующий ранг. 12-14. Нам нужно теперь получить что-то либо 13-15, ну, что-нибудь такое. Но я смотрю, только 12-14 почему-то дают. Да, ребят, не хотят нам повышение. О! 13-15. Выловил. 13-15. Раз, два. Раз, два. Крэнк сегодня довольный будет у нас, а? В платиновый-то ранг. Как залетит шустренько. А потом, после того, как мы прокачаем всех по скиллам, ох, Крэнк будет прокачиваться. Я надеюсь на него, ребят. Надеюсь на его атаки. Думаю, что он нас не подведет. Так, минус муха. Давай вот так, наверное, сделаем с тобой. Да, мне нравится, как он потирает эти лапки свои. Лучом таким. Мне кажется, этот удар будет на прокачке вообще имбовым. Так, Майки, успокойся, пожалуйста. Не выпендривайся. Получил. Угу. Майки уходит в инвиз. Типа мы его не видим. Он последний остался. Он остался последним. Что-то он в инвиз он захотел идти. Эй, шитик ты этакий. Ну что, мы идем с тобой. Да, не перешли пока, ребят, в 3 звезды. К сожалению. Почему-то, не знаю. Так, что мы там с тобой ищем? Дальше 13-15, по-моему, да? Вот, 13-15 есть. Так, раз, два, три, четыре, пять. Пока еще 55 уровень, так что без проблем, ребят, разбираемся с ними. Хан, давай-ка мы начнем с дебафа. Сейчас, наверное, карайка будет. Враж нет. Не будет карайка. Тогда запретим еще им лечку. И бросим туда баллончик с краской. Тыщ. Все, ребят. Расшинковали мы их здесь. Ну и, соответственно, переходим с тобой в трехзвездочный, да, по-моему. Элита 3 звезды. Позиция у нас 25-я. То есть уже будут самураи. Так, 13-16, вот, отлично. 13-16, раз, два, три, четыре, пять. Ну, тут такой состав, не очень, ребят, хороший. Кирби, Крип, как бы не Айс. Надо было Кирби вообще-то убирать нам, ладно. Давай, пламя. Так, тогда придется Кирби брать. Все. Чемпи там летит сбоку. Давай-ка своим ультразвуком. Тыч. Смотри-ка, что-то еще выпендривается здесь Леонардо. Ну, ты сам видишь, все тут хорошо получилось. Разобрались мы с ними. Ну и, соответственно, двигаемся дальше. Самураи. Да, ребят, самураи. И 53-я позиция на самураях. 14-17. Сразу же с тобой берем. Раз, два, три, четыре, пять. Так, Рафаэль. Что тут у нас? Рафаэль. Майки. Давай, Рафик. Хорошо, ты им звезданул. Так, теперь болванов вызываем. Нормуль. Так, и бомбочка, наверное, всех добьет остальных. Да. Прекрасно. Ну что, ребята, продвигаемся дальше и посмотрим. Ну, в Лигу Самураев 2 звезды вряд ли мы сейчас переберем. Или... Нет, переберемся. Переберемся, конечно же. Так, ну вот 90-я позиция, это говорит о том, что вряд ли мы сейчас сиганем. То есть, ну, 2 поединка, ребят, придется нам здесь отыграть. Единственное, что я хочу выловить 14-18, если такое вообще возможно. Мне кажется, не дадут.
14-17 это как бы потолок. Пока да, видимо, не хотят. Ну что, ладно, давай я возьму тогда эту команду. А что делать, ребят? 41-40 ранг здесь у них получается. Раз, два, три, четыре, пять. Ксивермонтес тут все. Ну что, массовиков практически нету. Вот только вот что Майки сделает. Ага, еще один Майки. Пум-пум-пум, надо, наверное, вот так вот сделать. Хоба. Теперь, где у нас ножички? Давай вот так, наверное. Тынь-тынь-тынь. Угу. Говорю, массовых атак мало. Почти у всех массовые атаки, не считая, конечно, Ксивера Монтеса. У остальных всех. И еще у Леонардо, по-моему, нет. У остальных есть. Так, что нам там? 45-е? О, 31-е. Окей. Так, во, 14-18. Отлично. Раз, два, три, четыре, пять. 56-е и 46-е. То есть разница уже в 10 уровней. Идет небольшое сокращение у нас. Поехали. Вышли из-под контроля. Ай, так нелепо. Так нелепо он смотрится. Так, тихо. Ребят, вы что? Что, пообразили что ли совсем? Спокуха, дядя. Я Дубровский, на. Так, холодильник бросай, Рафаэль. Пускай остудятся немножко. Да. Чё-то как-то жидко. Донни еще защиту поставил. Ты посмотри, а. Ну-ка. Прожарка. Давай, Майки, не подведи. Гуд. Так, и добили. Ну что, вроде бы неплохо, ребята, вроде бы неплохо. Так, двигаемся дальше. Самурай 3 звезды. И место у нас 77-й. Блин, вроде как бы и буст, и в то же время что-то не пойму, ребят. Как-то медленно, вот медленно идет, не знаю, в чем проблема. 14-18, опять стопор, что ли, врубили, да? Опять стопор врубили, ладно. Вот, ребят, смотрите, видите? Опять вернулись иконки. Раньше не было же здесь, помнишь? Долгое-долгое время. А сейчас они вернулись. Я даже немножко удивлен, что в этих... Скажу. В Юрском парке вернулись иконки и здесь. Ну, в принципе, эти игры от одной компании, да? Лидия. Поэтому тут все ясно. Если где-то появляется, значит появляется везде. Так, Лапекс. Шух, хорошо так бомбануло. Так, теперь осколками. Так, Донателло упал. Давай, Кунаичи. Ух, красавица. На тебе. Ну, сам видишь, идеальная, да, победа. И мы двигаемся дальше. Единственное, что какое место мы займем? 20-е, наверное. 27-е. Это мы только до сёгунов добираемся, да, получается? О, 15-19. Только лишь до сёгунов. Такс. Ну, в принципе, я не знаю. Команда, конечно, не очень мощная. Но попробуем все-таки справиться. Так, бросай пробирку. Заморозка сработала, то есть оглушение. А этот усиливает атаку всей команде. Так, тут даже не знаю. Фига Майки там только сходил, у него опять, ребята, инициатива уже полностью накопилась. Что нам сделать? Давай так, наверное. Смотри, еще живет и пахнет. Давай массовую атаку сделаем. Ага, хиляется Шреддер. Шреддер не дурак. Все-таки хильнуться успел. Твою налево, муха. Так, наверное, мы возьмем все-таки провокацию здесь на нашего Донателло.
теперь сделаем массовый хил. Поехали. Даже не знаю. У них сильная атака стоит, кстати. Шреддер, да ты достал уже всех тут, а? Твою налево, он еще и баф делает. Так, валуном пробьем мы его все-таки или нет? Есть. Плевок в майке. Так, броню, по крайней мере, снизили. Оу-оу-оу-оу, тихо! Блин, что я делаю? Я делаю, ребята, у нас же нет дебафа. Все-таки, все-таки завалили, а? Шреддер вшивый, а? Вшивый Шреддер, прикинь, завалили. Да карай, этот Кунаичи тоже, блин, как и Кунаичи. Как их звать-то? Шинигами тоже ватная еще та, блин, ватник, блин. Сидит, блин. Я говорю, из нее боец вообще никакой. Да. Замечательно просто. Просто замечательно. Просто взяли и завалили. Вот и все, ребят. Ладно. Блин, ну вот это уже сказывается, ребята. Вот. Это уже плохо скажется. То есть буст уже не буст совсем. Да. Пропечатали. Так, мы с собой что там в Лиге Сёгунов уже, да? Что-то я задумался. Да, мы в Лиге Сёгунов, одна звезда. Так, 49 место. Да хорош уже 15-19. Уже второй или третий этот бой даете мне. Давайте двадцатку мне уже. Вот. 15-20. Раз, два, три, четыре, пять. И главное, не захиляться там никак было, понимаешь? Не хильнуться, ничего, не прикрыть, ни танка, ничего не было. Обидно. Так, ну что, паутинку, конечно, паутинку бросаем. И вызываем стаю крыс. Все, ребятульки отдыхают. Ну а мы двигаемся дальше. Так, надеюсь, все, он две звезды будет. Да, будет, и место у нас сотое, ровно сотое место. Окей, подожди, подожди. Так, 15. Наверное, уже надо 15-21 требовать от них, как думаешь? Но, по ходу дела, не дадут. Не дадут почему-то, ребят, я не знаю, в чем проблема. Ладно, не дают, так не дают. Раз, два, три, четыре, так, пять. Все, поехали. Нам до мастеров как-то надо добраться сегодня. Если мастеров не получим, то дебаф, ой, дебаф, буст неудачный. Ты смотри, ёк-макарёк, ребят. Майки сделал эту уклоняшку. Она им, она им не помогла. Ну, почти не помогла. Да что ты будешь делать-то? Сплинтер три атаки выдержал, а? Трэш. Вот, наконец-то. Промяли мы его. Ну что, погнали дальше. Сейчас посмотрим, куда мы там с тобой переберемся. На какую позицию. 58-я. Окей. 58-я. Во, 16-21. Вот, далее. Но бойцов-то мало. Бойцов-то, ребят, вообще мало осталось. Что там? Один поединок. Ну, максимум два. Максимум, понимаешь? Не знаю. До мастера мы сегодня не дойдем. Неужели из-за того, что мы с тобой потеряли Шинигами? Не знаю даже, ребят. Даже не знаю, что ответить. Ну, когда на мастер доходим, это супер буст получается. А тут, видимо, у нас будет мини-буст. Да, мы не доходим с тобой до трех звезд. К сожалению. Так, 16-21 уже дают нам в легкую. Только нам уже от этого не холодно, как говорится, не жарко, да?
Поехали. Так, минус Кирби. Ну и минус все остальные. Вот так вот. Ну, сейчас-то мы, конечно, перейдем, но этого мало. Так, всего 2 звезды. Да, ребят, нам не хватит. К сожалению, нам сегодня не хватит. Но мне кажется, что вряд ли. Хотя, может быть, и за Шинигами. Там буквально чуть-чуть нам не хватает. Сейчас посмотрим, сколько точно нам не хватит. Именно до Лиги Мастеров. Одна звезда. Так, погнали. Ну, тут понятно все. У Майки минус. И Ванька Стиранка тоже в минус идет. И сейчас как раз мы посмотрим, сколько нам не хватило. Не хватило нам буквально одного поединка. Да, друзья мои, одного поединка нам не хватило. Ну что, ничего не поделаешь. Что есть, то есть. Так, друзья, ну что, настало время нашего Кренга. Ай, красота. В платиновый ранг полетел у нас Кренг. Все, ребята, после мы уже, когда прокачаем скиллы крысиному королю, беремся за Кренга. Так, ну, в следующей серии мы уже, наверное, пойдем с тобой в испытание, пройдем, ну, чтобы уже фармить жетоны. Кстати, сколько у нас жетонов? Сколько у нас жетонов? 520. Нам не хватает буквально 10 жетонов, чтобы купить еще 3 ДНК на нашего Бибопа. Ну что, друзья, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!